Всем привет! Меня зовут Юрий Ячный, канал «Сочи Дом», где мы показываем реальную недвижимость в городе Сочи. Кто не мечтал о жизни у моря? Так, знаете, чтобы легкий морской бриз поутру, живописный закат над морем, запах сосен на горных склонах. И все это вдали от цивилизации, и в то же время до цивилизации подать рукой. Вы скажете, это фантазия, я скажу вам – ЛОО. Мы находимся на территории дома, речь о котором пойдет в сегодняшнем выпуске. И совершенно не случайно я начал его с такого поэтического вступления. Ведь главный герой этого выпуска, уникальная во всех смыслах вилла, расположенная на склоне горы, покрытая лесом в живописнейшем месте поселка ЛОО. Ну разве не прекрасный вид? Самое время познакомиться с виллой поближе. Знакомство начнем традиционно с основного дома. Я не буду вам нудно рассказывать, какие чистовые материалы использовались в этом доме, откуда привезли эту мебель. Я просто покажу вам дом. Справа от нас сауна с портальным выходом к бассейну. Слева в коридоре санузел. Гардеробная. И прямо по коридору постирочная с отдельным входом с улицы. И сразу же мы попадаем в огромное пространство гостиной. Справа у нас теледиван. Рабочая кухонная зона со всей необходимой встроенной техникой. Камин. Большой обеденный стол. И выход на террасу. Здесь вы можете со своими дорогими друзьями выпить бокал хорошего вина, сыграть партию в шахматы, приготовить вкусняшки, сыграть партию в бильярд, проследить за звездами и искупаться в бассейне. А теперь я вам покажу второй этаж. Пойдем по часовой стрелке. Санузел. Первая спальная комната. Вторая спальная комната. И третья – мастер-спальня. Зона отдыха. Портальный выход на балкон. Просторная гардеробная. И, конечно же, санузел. Помимо основного дома, на участке имеется полноценный дом для гостей, вполне сопоставимый с основным домом. Заглянем туда. В гостевом доме у нас располагается просторный спортивный зал со всеми необходимыми тренажерами. В Сочи у нас даже коты спортивные.
Также после тренировки вы сможете выйти в свой собственный парк, прогуляться, подышать свежим воздухом. Давайте пройдем, посмотрим квартиру. Справа у нас просторная спальная комната. Совмещенный санузел. Огромная гостиная и выделенная кухонная зона. А теперь спустимся вниз в гараж. Нас встречает просторный гараж на два автомобиля. Мастерская со всем необходимым инструментом, так как вилла у нас огромная, и в ней необходимо регулярно что-то делать. Давно прошли те времена, когда в теннис играл только президент. И теперь прекрасная возможность приобщиться к этому спорту есть здесь, у потенциального владельца этого дома. Даже мы не откажем себе в этом удовольствии. Единение с природой можно достичь, не покидая пределов виллы. Ведь здесь, в двух шагах от дома, находится дендропарк с плодовыми деревьями, как у Дона Корлеоне. Кругляк. Классика. Сразу при входе слева у нас санузел, гостевая комната. Предбанник, где вы разместите свои вещи. Кухонная зона. Комната отдыха. И самое сердце. При входе душевая кабина и классная парилка. Также из парилки есть свой отдельный выход на террасу и бассейн. И также из комнаты отдыха выход к бассейну, с которого также открывается потрясающий вид на море. Сегодня у нас с вами было удивительное приключение по эксклюзивной вилле в Сочи. Кому интересно, звоните, пишите в Telegram. Ссылочки вы найдете ниже в описании. А с вами был Ячный Юрий. До новых встреч. Пока-пока.